Шинник продолжит выступать в ФНЛ 28 мая. Со второй попытки клуб успешно прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза. Команда получила право на участие в сезоне 15-16 годов. Тем не менее, пока не удается открыть трансферное окно, которое было практически полностью закрыто в течение минувших двух сезонов. Такая информация появилась на официальном сайте клуба. Последняя игра этого сезона у Шинника 30 мая в Калининграде с местной «Балтикой». В июле чемпионат продолжится.